Значит, сижу я, готовлю вебинар обычный, учитывая, что меня часто критикуют. Не часто, но раз один из сотни скажет, кроме как посадовался, ничего слышать не хотим. Вот, никому не мешаем, но все равно сорвалось. Почему? Начало обычное. Давайте начнем, проследим, как это развивались события. Перед вами лежит на тарелке черный абрикос. Это моя гордость, это величайшая редкость. Вот. И именно эта величайшая редкость служит объектом интереса со стороны простых садоводов и объектом массовой лжи и обмана. Вот. Сейчас мы на примере черного абрикоса маленечко потренируемся. Почему? Смотрите, вот это вот свежайшая реклама. Сегодня 21-го, 19-го, я прям с экрана. Что я вижу? Абрикос Черный Принц. Я не буду уточнять, какой это сайт, какой канал, что за, где это такое чудо выращивает. В России, подчеркиваю, в России. Вот. И это будет учеба. Лучше бы ее проходить в старших классах школ. Ну что, продвинутые дети. У меня Тимошке 10 лет. Я чуть что, Тимоша, выручаю, у меня проблема. То с компьютером, то с этим. То есть они могли бы уже это освоить, они могли бы спасти родителям. Я не сказал миллионы рублей. Что вы, огромная сумма, миллионы. Нет, миллиарды. Почему? Сейчас вы поймете. Вот. И мы поэтому переходим вот сюда. Итак, черный абрикос, и вот тут у меня есть черный абрикос. Ага, вот все о черном абрикосе. Вот, видите, описание, фото. Вот. Я набрал вот так вот, да? Наверное, так мы долго будем разбираться. Наверное, надо по-другому. Вот. Сорта черного абрикоса. Вот так. Мы первое слово сделаем фото. Фото черный абрикос. Теперь их много будет. А, вот они. Итак, значит, объясняю издаля. Я их как паук, огромная паутина на всю страну раскинул. Ни у кого больше нет ни таких этих самых, ну, скажем, информации. Вот. Итак, я все еще ищу в России, раз продают с десятками, сотнями тысяч персиковых саженцев, даже должен быть хотя бы один сад персиков. Вот. Ну, то есть там и маточный сад, там кто-то черенки режет, косточки персиковые проращивает и вам продает. И прививает еще к тому же. Пока нету. А вообще говорят наши. Вот. Пишут, еще добавляют зимостойки и так далее. Черешни. Ищу черешневый сад. Ищу. Где? Нету. Черешни продаются сотнями тысяч. Они в Омске продаются, и там написано, что это их. Омске. Омск это такая кондовая Сибирь. Ладно, проехали. Так. Тогда, значит, ну, шелковица уже понятно, она такая диковинная, что и даже питомники все не связываются обычно. А вот что касается черный абрикос, вы знаете, он достаточно морозостойкий. В нем 50%, может 70%, может 90% это черный алычи. Надежная вещь, прочее, прочее. Вот. И, естественно, люди хотят иметь это чудо. Потому что называется как? Еще раз. Черный абрикос. И вот тогда я решил с этого начать. А почему перестроил, сейчас объясню. Но вначале давайте добьем эту тему черный абрикос. Смотрите внимательно. Итак, вот сюда. Самые популярные картинки, его якобы выращивают в России. Берем, нажимаем «Найти изображение в Яндексе». Сейчас я буду долго упорно листать, да? Ну, вы уже знаете, это мое любимое занятие. Поехали? Вот. Сейчас я объясню, к чему я клоню. Я еще самое главное не сказал. Вот, видите? Вот столько людей, ну, наверное, добрая сотня считает, что, то есть, под этим, из-за этой фотографии продает вам неизвестно что. Теперь давайте мы что сделаем? Сказать, мы сейчас будем листать. Вот.
Листаем, листаем, листаем. О, моя фотография. Я не буду сейчас доказывать, моя, не моя. Вот, естественно, что она уже присвоена. Вот, согласна. Но это так, к слову, я не об этом имел в виду. Обратите внимание, как меняется цвет. Я к тому, что как много у нас может быть действительно питомников, которые не только имеют на сайте фотографии, но, например, действительно выращивают, действительно. И вот когда я листаю, вот это вся всемирная паутина. То есть отсюда берутся фотографии фальшивые сайты. Согласны? Узнаете их? Посмотрите, вот тот же вот этот вот. Вот он, вот он. Видите? Дальше листать. И он еще несколько раз повторяется. Вот. Только не будем на это время терять. Главное сейчас другое. Если мы листаем сверху вниз, мы видим, как желтеют картинки. Видите? Все меньше черных, 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 а еще меньше черных, еще меньше. Что-то все желтее, 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 желтее. Все. Караул, черные кончились. Так. И теперь представим себе, тут я не буду акцент делать, тут есть мои фотографии, я просто не хочу на этом акцент делать, чтобы не отвлекать вас. Вот. И что получается? Вот отсюда, вот тут черные, вот они, вот я снизу вверх листаю, черные, 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 да? И в результате вы видите, что на всю планету вот их столько фотографий. Почему так? Объясняю. Потому что с тех пор и до сих пор, как появилось понятие черный абрикос, вот, их практически-то и нету. Поняли, к чему я? Их практически-то и нету, потому что вот все, дальше пошла желтизна. Хоть и написано черный, а дальше желтизна. Все. Поиски закончены. Мне иногда бывает, там я что-то набираю какое-то слово, дальше 4 миллиона этих самых найдено. А здесь вот это все на всю страну. Вот, то есть это стало мифом. Тогда, если мы вернемся обратно, где мы были, да, посмотрите. Вот это вот чистый стопроцентный обман. Вот. Цена, если бы черный абрикос, она должна быть где-то, ну, настоящий саженец, который с высокой долей вероятности сюда сражает, должна быть, ну, раз в 100 больше. Допустим, не 225 тысяч, а 22 500 рублей. Вот. Ну, и вот за такую цену никто не купит. Вот. Ну, ладно. Теперь смотрите. Ну, раз я все-таки авторство за мной, видите? Это фотография с моего сайта. Это моя фотография. Ну, вы видели. Это бывший черный абрикос. Вот. Почему? Подвой влияет, зараза, еще эти, то, что я называю, не братья половой связи. Теряет окраску. Ну, теряет, теряет на здоровье.